Центральной детской школе искусств в Химках провели отчетный концерт хореографического отделения под названием «Мы вместе». Программу открыл ансамбль «Улыбка» под руководством Ларисы Галенковой. В рейтинге Московской области коллектив занял 2-е место. Каждый из 3 ансамблей хореографического отделения является образцовым детским коллективом Московской области. Артисты – настоящая гордость не только школы искусств, но и всего городского округа. Учащиеся школы ежегодно становятся лауреатами самых престижных конкурсов и фестивалей, выигрывают рейтинг учащихся хореографических коллективов Московской области, получают гранты на развитие своего творчества. И очень многие выпускники связывают свою жизнь с хореографической профессией. Продолжил праздничную программу хореографический ансамбль «Юность». Более 30 лет им руководит заслуженный работник культуры Московской области, балетмейстер-постановщик Лилия Егжова. «Юность» 4-й год подряд возглавляет рейтинг лучших хореографических коллективов Московской области по программе губернатора «Одаренные дети Подмосковья». Для зрителей подготовили танцы разных народов, а красочные костюмы, мелодии и ритмы придали концерту особый колорит. В завершении праздника выступил ансамбль «Росток» под руководством Надежды Казариной. Воспитанники коллектива являются победителями конкурсов и фестивалей всероссийского и международного уровня. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.